Добрый день, уважаемые коллеги и все, кому интересна реклама вне дома. Меня зовут Грошева Кристина, и в группе компании РУС я отвечаю за маркетинговые коммуникации. Тема моего сегодняшнего выступления – планирование рекламных кампаний, возможности и подходы. Какое же оно – идеальное планирование рекламных кампаний в Out of Home? Из каких этапов оно состоит и на ком лежит ответственность на каждом из этих этапов? Все начинается с брифа – цели рекламной кампании и возможностей заказчика. Цели могут быть выражены в медийных показателях, например, охватить 60% населения города или его района. Бриф может описывать то, какие форматы выглядят предпочтительными. Бриф может говорить и о том, что нужно достичь, какое сообщение планируется использовать. Далее мы подбираем и согласовываем необходимые каналы Out of Home. Что именно мы будем использовать – транзитную, наружную, индор-рекламу или их микс в определенных пропорциях. Сразу после этого мы формируем медиапланы, обсчитываем адресные программы. Параллельно заказчик занимается разработкой и оптимизацией креативов. Когда все медиапланы подтверждены, а плановые медиапоказатели устраивают нашего клиента, согласовываются условия, и рекламодатель или агентство бронируют инвентарь. Когда креативы заказчика готовы, мы согласовываем их с юридической точки зрения и с точки зрения соответствия техническим требованиям. Ну и, наконец, мы размещаем рекламную кампанию, контролируем ее прохождение в течение периода и отчитываемся. В портфеле группы компаний РУС есть все виды рекламы вне дома – и наружная, и транзитная, и индор-реклама. Эти направления отличаются ядром аудитории и особенностями взаимодействия аудитории с рекламой. Например, наружная реклама отличается высоким уровнем охвата пешеходов и автомобилистов. Такая реклама особенно хорошо работает на знание бренда. У транзитной рекламы, будь то РЖД, метро, автобус или аэропорт, есть свои плюсы. Главные из них – это большой пассажиропоток, низкий уровень рекламного шума и длительный контакт с рекламным сообщением. И последнее – индор-реклама, реклама в бизнес-центрах. Такая реклама позволяет работать с высокодоходной аудиторией. Глобально все виды рекламы вне дома напрямую связаны со способом передвижения людей в городской среде, либо на автомобиле, либо общественным транспортом, или же пешком. Задумайтесь, кого больше среди аудитории вашего бренда – автовладельцев или людей, постоянно пользующихся метро? От этого будет зависеть выбор медиаканалов и сплит между ними. Глядя на результаты исследований и демографическую статистику, кажется, что ничего нового мы не увидим. Но все же, мужчины чаще женщин пользуются личным или служебным автомобилем, а вот женщинам больше присуще перемещение на общественном, наземном и подземном транспорте. Да и такси с каршерингом они пользуются чаще. В некоторых случаях смещение в демографии аудитории достигает 10%, и это значительная разница. Если посмотреть на очень яркий и даже контрастный пример, аудиторию людей, регулярно перемещающихся между Москвой и Санкт-Петербургом на скоростном поезде «Сапсан», то ее ядром являются пассажиры высокого и среднего достатка. Специалисты и служащие, топ-менеджмент и руководители. Зная такие особенности аудитории медиаформатов, мы можем аргументированно подбирать рекламный инвентарь. Хорошо, мы выбрали один или несколько медиаканалов для нашей рекламной кампании, в зависимости от нашей целевой аудитории и понимания того, как наша аудитория передвигается в пространстве. Что же дальше? Дальше мы выбираем способ планирования рекламной кампании. Они бывают разные и в основном тоже связаны с целями клиента. Рассмотрим варианты планирования для наружной рекламы. Охватные программы составляют, чтобы привлечь как можно больше внимания к продуктам и услугам, охватывая максимальную долю населения города. Кросс-канальные используют для повышения эффективности вложений, ведь охват можно набрать несколькими каналами out of home. И зачастую, благодаря сочетанию разных форматов, это выходит выгоднее. Адресную программу можно собрать и в привязке к точке продаж, по пути следования целевой аудитории или в зависимости от социально-демографического профиля. Такая большая палитра инструментов помогает нашим пленерам подбирать те сочетания рекламного инвентаря, которые позволяют добиться целей рекламодателя максимально простым и эффективным способом. На слайде мы как раз видим три адресные программы, подобранные для Москвы. Первая, слева направо, это охватная адресная программа с использованием разнообразного инвентаря разных форматов.
Вторая – это локальная адресная программа, направленная на охват аудитории одного района Москвы – Таганского. И последняя собрана в привязке к объекту, в данном случае в привязке к торговому центру «Авиапарк». Говоря о планировании, то есть о том, как мы подбираем конкретные локации и адреса для размещения рекламы, мы двигаемся к тому, чтобы смотреть на город не как на территорию в административных границах, а как на территорию, которая объединяет то, как жители на ней перемещаются, где они живут и работают, где бывают часто и редко, что такое их территория обитания. И здесь понятие агломерации, как нам кажется, очень удобно использовать. Люди не видят административных границ. Почему рекламные кампании должны им следовать? Исследования, которые делаются последние годы, особенно на базе данных телеком-операторов, позволяют нам измерить то, что мы интуитивно знаем. Что есть часть людей, которые активно перемещаются из области в город и обратно, на работу или учебу. И есть большая часть москвичей, которые регулярно ездят в область. Есть часть людей, которые живет в пределах своего района и перемещается между соседними городами области, но не так часто посещают столицу. Поэтому мы смотрим на территорию, которая определяет уже не административные границы, а плотность населения. И нам кажется, что такой подход к планированию гораздо лучше и обеспечивает главную задачу наружной рекламы – охват жителей. Именно поэтому при планировании стоит размещаться не только в Москве, но и в области. Так вы охватите гораздо большее количество аудиторий, не говоря уже о том, что в Московской области стоимость контакта более низкая, чем в Москве. Про планирование наружной рекламы мы поговорили, но еще более интересно планировать сплит каналов out of home. У такого подхода есть несколько значимых плюсов. Во-первых, стоимость охвата может оказаться ниже, благодаря комбинированию форматов разного размера, расположенных в разных средах. Кроме этого, использование нескольких каналов размещения повышает эффект от рекламной кампании, благодаря тому, что мы воздействуем на человека в разных ситуациях, в разном окружении и в разном контексте. Такие кампании запоминаются лучше. Планируя кросс-канальное размещение, наши специалисты просчитывают эффективность форматов, их количество для создания сбалансированной рекламной кампании. Делая такие расчеты, мы получаем возможность посмотреть на медиапоказатели нескольких вариантов кампаний и выбрать тот, который по совокупности причин будет самым лучшим. После грамотного планирования и размещения, конечно, всегда хочется замерить результат рекламной кампании. И это можно сделать несколькими способами, измеряя бизнес или маркетинговые KPI. Подробнее об этом смотрите в моем ролике под названием «Методы исследования эффективности рекламной кампании». И в конце еще раз хотелось бы напомнить о наших обширных возможностях в рекламе. Мы являемся эксклюзивным оператором рекламы на РЖД и в метро Москвы и Санкт-Петербурга. Мы размещаем рекламу в 18 аэропортах и более чем 200 бизнес-центрах в Москве и Санкт-Петербурге. И, конечно, мы оператор номер один в наружной рекламе. Приходите, будем рады спланировать вашу рекламную кампанию. Спасибо и до скорых встреч!